Открываємо. Вот вы видите, сидят внутри. Подсаживаем маточку и смотрим на реакцию пчел. Пчелы начинают активно подбегать к матке. Выбегать из всех улочек. Вон активно. Да, хочу сказать, что семья была обезмачена 2 часа назад. И уже вот так воспринимают матку. Но открывать матку ни в коем случае нельзя. Потому что пчелы сразу не примут ее. Матке нам нужно приобрести запах данной пчелосемьи, чтобы общий запах был у матки и у этой семьи. И потом они примут. Матка молодая, синей меточкой такая. Феромон выделяет хорошо, поэтому пчелы так выкручиваются из змея. Вот реакция на подсадку матки в клеточке.